Доброе время суток, друзья. Добро пожаловать. Меня зовут Владимир, и вы на канале BabaPlay. Сегодня мы продолжаем игрушку под названием Survivor Aftermath. И, короче, смотрим, что сегодня. Предыдущая серия у нас получилась довольно-таки продолжительной, 40 с копейками минут. Ну ничего, в этот раз мы постараемся уложиться чуть поменьше, где-то в 30-ку. Так, сегодня мы что сделаем? Мы сегодня сделаем, построим, скорее всего, школу, кухню, построим пару полей. То бишь не построим, высадим пару полей для нашей... Может быть, получим какие-то семена. Может, кто-то придет с семенами. Посмотрим, надеюсь, конечно. Поисследуем карту, поизучим наше дерево... Тех, как его... Дерево исследований. Короче, ладно, поехали. Короче, начинаем мы строить... Что у нас? А, у нас кухня уже строится, по большому счету. Мы наметили строить школу, да? Давайте тогда сразу наметим школу. Еды у нас 16, мне это не нравится. Производство 68, ну должно по идее. Подросли колонисты, супер, у нас дети выросли, это отлично. Так, заодно специалисты готовы. Так что давайте сначала специалистов вышлем по... А вот, а, как раз специалистов вышлем собрать все эти, как его, очки науки. Этот чувачок тоже соберет. Надеюсь, что он не... Ну, 72 выдержит он. По 20 он снимает, если взрывается, да? Ну, видите, у нас все хорошо, удачно получилось. Так, сейчас изучаем мы... Что у нас изучено? У нас фермер что может изучить? Там будет среднее поле. Если разместить поле на плодородной земле, они получат бонус к производству. Ну, это понятно. Переработка утиль сырья. Это хорошо, это мы потом сделаем. Колония, что у нас здесь? Память. Ну, это сейчас не так важно, по большому счету. Безопасность. Надежный склад. Вот это мы можем изучить. Работа с отходами. Не знаю. Ну, нет, пока что. Сначала выучим переработку утиль, сырья. Блин, я же хотел фермерство изучить. Ладно, потом уже. Следующий, когда у нас будет ход нашего... специалиста, да, выучим. Ладно, так, дальше. Так, у нас с деревом, да, напряжка, да? Сюда, значит... А, тут хорошо, супер. Дерево добывают. Строим школу. Школа. Школа под... Получается у нас под чем? Под плюсиком. Ну, ясно, хорошо, ладно. Допустим. Школу мы поставим сюда, чтобы не терять... это место. Ну, что-нибудь туда еще забудем, может, какой-то парк сделаем или что-то вроде этого. Так, хорошо, вот так. Посмотрим, может быть, что-то можем маленькое сюда засунуть потом. Дальше, что можем еще? У нас, походу, мы открыли, да, склад. Да, надежный склад. Надеюсь, он сюда влезет. Да, супер. Как я говорил, в прошлой серии у нас как раз получается, да, сюда, потому что не можем поставить, сюда тоже не получается. У нас как раз идеально вставляется. Ставь, станет здесь. Хорошо, отлично. Значит, сюда мы протаскиваем, главное. Делаем дорожку, чтобы было все так эстетично, красивенько. Хорошо. Приоритет мы ставим на кухню. Высокий. А, тут домик строит у нас, так что у нас уже готово будет... мы уже готовы принять уже еще несколько участников нашей колонии. Надеюсь, что у нас кто-нибудь скоро появится здесь. Так, энергия у нас еще не вырабатывается. У нас... Мы можем, кстати, построить какую-то энергию. То бишь, пару ветряных башен, может быть. Так, где у нас энергия? Что он стоит? Блин, не получается. Солнечные батарейки можно? Ну, солнечные батарейки, они раньше, когда вот выходил, был баг, типа, короче, то, что ты ставишь солнечные батарейки, они работают и день, и ночь, да? А сейчас наоборот. Сейчас как ночь получается, батарейки не работают, как и логично это должно быть, да? Итак, может быть, даже поставим парочку батарей? Ну, батарейки-то не даст... Не, лучше подождем. Сколько у нас стоит? 4, может быть, там подождем. Ну, 8 тоже у нас запчасти. Ну, запчасти у нас сейчас будут и все сделаем. Так что подождем пока что. С электричеством побременим. Не так уж это важно сейчас. Такс. Мало еды. Угу. Так, в школу у нас не хватает, опять же, досок. Здесь опять тоже досок не хватает, да? Ну, как обычно. Тут у нас металла не хватает. У-у-у. А металл у нас строится, да? Как уже? Ну вот же. А, я не переместил зону. Вот. Писец. Ладно, черт с ним.
Не страшно. Так, опять ягоды у нас пропали. Так, хорошо. Тоже пропали, их собрали уже, пропали. Посылаем сюда их. Может, что-то поближе есть чуть-чуть. Посмотрим, что у нас здесь в радиусе. Ничего, ничего, ничего. Ладно. Ладно. Начнем, берем здесь. Сюда иди. Вот так, хопа. Есть. Хорошо. Так, что с пластмассой у нас? 33. А, отличненько. Так, что с металлом у нас? Ну, металл только сейчас добывается. Школа сейчас уже у нас будет строиться, да? А, уже дерево скоро принесут. Кухонька тоже. Блин, мало людей, мне надо люди. Люди, 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 где вы? Приходите к нам в гости. А что у нас здесь? Один человечек, здесь один человечек. А, здесь у нас хранятся инструменты и тому подобное. Короче, я знаю, куда металл исчезает. Ну, сюда, вот сюда залетает. Так что останавливаем. Просто убираем так. И остановлено. Чтобы человечек там не сидел у меня. Хорошо. Хорошо. Так. А, сейчас. А у нас, по идее, у нас был уже на карте у нас был, да? У нас был на карте металл, да, где-то? Где-то. Да, вот-вот-вот. Сколько? 30 металла. Так, женщину мы погоним. Сейчас она здесь. Ну, на обратном пути она будет захватить у нас волокно. Да, да, так и сделаем. И сначала проведаем эту территорию, потом эту территорию проведем, потом заберем то, что у нас здесь есть, и постепенно будем уходить туда. Хорошо, отлично. План есть. Чего вы переживаете? Лучевая болезнь. Ну да, да, я знаю, что ж поделать. Это не избавится уже пока что. И у нас одежды нету, да? Вот ты ж. А как у нас? Мы не построили? Мастерскую портного не построили, да? Черт тебе возьми. Сюда можем засунуть его? Нет, мы не можем сюда засунуть. Кай. Нехорошо. Нехорошо. А сюда? А вот сюда и засунем его. Супер. Супер. Видите, друзья, у нас все удачно сложилось. Так, дорожку протягиваем. Протаскиваем здесь. Ой, не туда, вот сюда. Вот так. Вот так. Отлично. Отлично. Отличненько. Все у нас пока что все красиво получается. Так, отсылаем нас женщину на разведку сюда. Ну не хватит у нее очков. Блин, ладно, это мало, мы мало теряем. Так, что у нас здесь? Еще 200, так. Очень удачно, еще не взорвалось ничего. Супер. Так, хорошо. Что можем изучить? У нас 300 очков. Что мы изучим? В дерево технологии, пища, фермерство, да? Что мы даем? Среднее поле, большое поле. Кстати, можем уничтожить. Не, подождите. Переработка, хранение энергии. Тоже неплохо. Колонии, память, мощные дороги, безопасность, работа с отходами. Но опять же, нужно электричество. Так что давайте сначала, наверное, все-таки фермерство прокачаем, да? Или. Ну, это нам тоже, опять же, надо энергию. Так, идем, короче, по пище. 100 очков остается еще. У нас еще есть что-нибудь за 100 очков, что можем открыть? Или нет? Нету, наверное. Нет ничего у нас такого. 150 очков только есть. И все. Ладно. Будем копить сейчас. Хорошо. Так, мы выучили. Что мы выучили? А, поле большое. Кстати, давайте заценим. На поле очень много. Там сразу 3 человека работают. Ну, тогда мы сможем убрать маленькое, этих два маленьких поля и поставить большое. Где у нас среднее поле? Большое поле. Вот, например, смотрите, огромное поле получается. Знаете, мне вот это не раздражает, что вот я теряю место из-за этого, то, что у нас здесь стоит вот такая тема. А если мы вот так повернем? Потому что два мы не засунем сюда. Лучше сделаем вот это вот так, наверное, скорее всего, да? Вот так. Нет, там дорога. Вот так сделаем. И посадим там что-нибудь интересненькое потом. Ну, наверное, здесь семена какие-то, капусту там, у нас морковочка. Да, семена мы можем получить дополнительные, когда у нас приходят люди, или кто-то приходит на обмен, на бартер, они могут тебе дать семена на обмен чего-то там, что им нужно, да, там еды, там одежды, металл, ресурсы и так далее. Так, что у нас, 3 человека у нас здесь, пилорама 2 человека, металл у нас добывает 2 человека, пластмасса у нас сколько добывает людей? 2 человека. Вот супер. Рыбу у нас ловит 2 человека. Потом мы, короче, сейчас. Потому что сейчас получится, что на. Когда это построится, у нас потеряем людей. Надо будет что-то выключить. Так, что здесь с металлом, да, у нас нету металла у нас пока что. Так, домик. Кто-то поселился в домик? 4 человека. Откуда они вышли? Отсюда 2. Отсюда 1. Ну и отсюда 1. Отлично. Так что у нас есть. Это у нас 6, 12.
18 и 26 человек могут поселиться у нас, да, у нас есть крыша над головой для 26 людей. Так, хорошо. Такс. Кухонка сейчас построится у нас, он уже будет готовить нам вкусненькую еду. Потребление рыбы, ягоды. Так, что у нас с ягодами? Опять ягод нету? Не, ягоды есть. Что по поводу... Есть, хорошо. Кухня заспаз... Так, один человек ушел. Так, чтобы не будет производить, вот, получается... Это у нас что за еда? Овощной рацион. Будет использоваться овощи. 5, да, и дерево. Дрова один. Дрова у нас производится отсюда. Так что у нас дрова у нас есть. Здесь, походу, да? Нет, подожди, динишь дрова. А у нас вот здесь дрова. Хорошо, отлично. Так что у нас будет сейчас ням-ням. Так что здесь сколько урожай почти созрел. Хорошо. Картошечка тоже. 84% уже. Отлично. Так, ставим на двоечку, чтобы это все побыстрее происходило. А то у нас как-то очень все медленно происходит здесь. Так, инструмент у нас 14. Портной нужен. Портной, вот что нам нужно. Так. Чтобы нам одежду шили, друзья. Такс. А, так. 27 пластмасса еще, это хорошо. Что? А, специалисты готовы. Хорошо. Посмотрим, что у нас, где у нас специалистка одна. Это вообще ж... Не, ну знаете, что делаем, друзья? Делаем так сначала. Блин. Блин, блинский. Ладно. Еще 6 соберем отсюда. И все. Очень удачливый мужик. 33% от взрыва, и он ни разу не взорвался. Это радует. 108 очков у нас есть. И науки-то хорошо, тоже неплохо. Так, что мы можем сделать теперь? Мы можем сейчас сделать такую тему. Собрать урожай. Потому что сейчас у нас будет недостаток людей. Потому что сюда надо 3 человека. Чтобы он получил максимальную эффективность. Дальше ставим картошку. Картох, как обычно, картоху. Такс. Пока что будет один человек, как только они уберут это дело, мы направим еще двоих туда. Чтобы это все быстренько происходило. Пойти, что у нас? Металл, а у нас бетона нет пока что. Я бы сразу сносил бы эти старые дома. Так, что у нас? Нет, что? Нет, не прочитал, не успел прочитать. Так. Первые признаки эпидемии уже дают о себе знать. Сначала кашель, следом за ним лихорадка. Люди валятся с ног. Извиняюсь, друзья. Жизнь в колонии останавливается. Сейчас все зависит от того, насколько быстро вы примете меры. Если у вас достаточно больниц с нужными специалистами, эпидемия вам не страшна. В противном случае зараза распространится как пожар. Эпидемия распространяется волнами, раз за разом поражая все больше и больше колонистов. Без лечения колонисты погибнут. Больным нужно много пить, а значит уровень потребления воды в колонии растет. Бляха-муха. Ах ты ж ты. Короче. Строить достаточно медицинских утверждений для лечения колонистов. Антибиотики ускоряют выздоровление, найти их можно на карте мира. Да, это у нас катастрофа будет по поводу этого плана. Хорошо. Вода у нас... Что? У нас нету... Чего? У нас нету носильщиков? Ага, я понял. Так, значит, откуда мы уберем человека? Мы уберем человека, скорее всего, отсюда. Потому что пока что нам нужно, у нас очень много деревьев здесь. Бандиты пришли. Козли! Что вы хотите? Тут один Блин, берем колониста уже, что же делать? 3, к счастью, колонии, хорошо. Мы просрали, конечно, 3 аптечки. Особенно в преддверии эпидемии это очень и очень плохо. Мать моя женщина. Хорошо. Ну ничего, что ж поделать. Итак, что у нас тут получается? Так, надо как-то подготовиться. Нам нужно воду, нам нужен бетон. Где бетон? Дайте бетон, друзья. Так, давайте сейчас сконцентрируемся на бетоне, потому что у нас сейчас... Переместить рабочую зону, нам нужен бетон. Нам нужен бетон. Нам нужно построить еще один колодец. Что здесь? Карта мира, что уже? Они уже, да, уже... Ладно, посмотрим здесь, что у нас происходит. Ух ты, значит, она никуда не уходит у нас, эта женщина. Так что она пойдет дальше. А этот чувачок идет, возвращается вот сюда сначала, забирает инструменты.
Там еще 9 инструментов осталось. Супер. Хорошо, ладно. Так, 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 нам нужно построить колодец срочно. Вода будет в два раза использоваться больше. Это можно сюда забенить? Так, сколько у нас получается? 15 воды. Хорошо, супер. Это в приоритете, друзья, сюда. Вот сюда нет, бетон, мне нужен бетон. Мне нужен бетон сюда. Срочно. Строительство разрешена школа. Ё-моё. И тут опять же... Хорошо, дети зато хоть будут учиться. У нас здесь у них будет все происходить довольно-таки быстро. Один человек, это плохо. Так, значит так, что мы делаем? Дерево у нас добываем, пусть добывают. Отсюда мы пока что тоже убираем человека. У нас достаточно дров, чтобы обеспечить нашу кухоньку дровами на некоторое время. Это мы уничтожить. Это уничтожить. Пока что. Итак, что у нас здесь происходит? А почему ничего не происходит здесь? Овощной рацион почему не происходит активно? Все хорошо. Ну, скорее всего, потому что нехватка кадров по носильщиков. Так, ягоды, 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 ягоды. Что у нас с ягодами? Собираю тут 4 ягодки. Тут 8, здесь 7. Хорошо, отлично. Ладно. Так, 74 у нас. Видите, как еда уже начинает поднемножку собираться. Это радует, это радует. Так, портной пусть работает. У нас нет одежды для наших чувачков. Инструментов у нас достаточно. Плюс еще сейчас инструменты принесет специалист. Итак, специалисты готовы к дальнейшим... Ой, сейчас у нас, кажется, будет бу-бум. А, нет, все нормально. Повезло. Радует. Хорошо. Чувачок, ты собирай еще инструменты. Нам они понадобятся в дальнейшем. А на следующем уже тебя отправим домой. Там у нас мяска нету, так что все хорошо. Так. Дерево добывается, все добывается. Отлично. Так. Если что, у нас есть люди для больнички. Ну, блин, было бы круто, если кто-то к нам пришел еще. Давайте, друзья, подтягивайтесь, подтягивайтесь. Нам нужны, ну, нам нужна рабочая сила, друзья. Где вы? Так, пластмаску носит. Хорошо, сколько здесь у нас пластмасски? 17. Скоро уже закончится пластмасска здесь. Так, что здесь? Почему тут ничего не происходит? Я не понимаю. Алло, друзья, несите овощи. Один, у нас один ребенок только? Да, один ребенок. Итак, что у нас? Маленькая груда бетона закончилась. Сразу перемещаем рабочую зону на следующий бетон. Сюда. А там бетон у нас собрали уже, да? Да, тут уже бетон было собрали у нас. Хорошо. Надежный склад завершено. Так, возможно, ресурсы, как видите, у нас тут хранится еда, что это, ресурсы, пища. А, смотрите, сейчас сдали иконку пищи, раньше такого не было. О, пришли загадочные люди к воротам, хорошо, что они хотят. Вот, да, да, ну. Одинокий странник, к вашим воротам подошел человек со старого, старом поношенном плаще. Лицо его скрыто капюшоном, он избегает вопросов о том, откуда пришел, но предлагает колонии свои услуги за кровь, защиту от... И защита, он готов помочь вам в исследованиях, во время беседы не знакомиться постоянно, а является очень напряженным. Ну, возьмем его, что же делать? Skip event result. Это что-то новое, такого не было раньше. Какой-то воришка. Как только вы открываете ворота, странник немедленно бросается к ближайшему складу с пищей. Он распихивает еду по карманам своего плаща и проворно выскальзывает из колонии через закрывающиеся ворота, до того, как непространный охранник умеет успевать стрелять, затем знакомиться с невероятной скоростью и исчезает из вида. Skip payment. The book fail safe. Это что-то такое, это типа у нас... Типа мы спаслись, да? У нас что-то получилось, что у нас... Потому что раньше такого не было, козлина, посмотри, раньше мы его брали, и он типа присоединялся к нашей колонии, и было все нормально, мутная личность. Козлина. Не, ну супер, конечно, это что-то новое. Такого раньше не было, это радует. Вот морда. Ну да ладно, черт с ним. Так, специалисты готовы опять же, давайте. Где-то там женщина, это наша. Ну, надеюсь, ты не получишь прилещем. Нет, опять очень хорошо, очень хорошо. А ты у нас идешь уже домой, почти по большому еще счету почти что. Ты дойдешь до дома скоро. Так, хорошо, это радует. Возможно, так. Итак, что я хотел сделать? Колодец построен. Так, у нас сейчас день до катастрофы остался, да? У нас 4 носильщика, у нас есть 3 места для... Так, короче, делаем так, что у нас что здесь?
одного человека забираем отсюда. То, что у нас 33 дерева, так что у нас довольно-таки много дерева сейчас пока что. Но это не обращаю внимания. Так, сразу уже готовимся принимать больных. Назначим роли уже. Так, кухня заработала, отлично. Готовится 10 овощных рационов. Радует, это радует. У нас 63 картошки, 10 овощных рационов. Они уже сделали, не да? Отлично. Школьники учатся. Все происходит, колония развивается. Отлично, это радует. Супер. Так, что мы изучим? У нас 500 очков, да? Источник белка. Личиночная ферма. Но опять же, энергия нужна здесь. И здесь тоже нужна энергия. Ладно, походу надо уже начинать разрабатывать энергию, да? Берем аккумуляторы. Ну, блин. Память. Или комфортное жилье. Давайте сначала мы исследуем памятник. Улучшить настроение. Работа с отходами. Опять же, это энергия. Пища. Источник белка. Метод бурения. И выучим хранение. Черт с ним. Начнем сейчас заготавливать уже энергию. Построим пару. Что нам надо, кстати, для батареи? Ну, блин, у нас нет этого. Так много этого все дела. На 6. А сколько надо здесь? Тут надо 5, 10 металла. 2000 ватт, наверное, он сохраняет, да? Киловатт, может быть. Не знаю, скорее всего, киловатт. Итак, далее. Так, у нас тут все хорошо. Что-то люди к нам не подтягиваются. Вообще как-то печально. Какие-то только мутные личности к нам приходят. Вообще нехорошо. Вообще очень плохо. Хорошо, ладно. Так, на это сейчас не будем заострять внимание. На это сейчас надо, главное, пережить нашу эпидемию. Это вторая самая противная катастрофа на этой карте, блин, потому что много людей могут лечь из-за того, что вовремя не привить ему медицинскую помощь, не дать, ну... Да ты что, какая ты везучая женщина, блин, ни разу еще нас не бомбанули. Не, ну это, конечно, хорошо, я это не жалуюсь, поймите меня правильно. Так, человечек этот вернулся, он еще не вышел, он не... А, не, он... Так, я что-то не понял. Он сейчас скинул инструменты. Вот как это понять? Вчера мы записывали видос. И нам надо было выйти, чтобы он скинул инструменты. Сейчас он здесь скинул сразу же инструменты. Потому что, видите, у нас 35 инструментов. То бишь, здесь будут 22 инструмента, да. Склад заполнен? О чем ты? Как заполнен? 86%. Что ты мне тут рассказываешь? Склад заполнен, говорит мне он. Вот это вирусняка, блин. Ну, друзья, главное сейчас это пережить. Ну, скорее всего, мы сейчас переживем эту эпидемию, и на этом и закончим наш сегодняшний эпизодик по Survivor Aftermath. Aftermath, не знаю, как это правильно будет произноситься. В моем плане это, кажется, Aftermath, после того, что здесь случилось, конечно. Тут катастрофа, война, и так далее, и тому подобное. Так, два человека у нас в носилках. Все остальные работают, это радует. Но главное сейчас, чтобы у нас тут не пошло очень так все печальненько. Так, склад заполнен, вот это, наверное, напрягает. А почему вы не переносите еду? Так, что, возможно, ресурсы, еда. А что у нас здесь? Склад. Возможно, ресурсы. Ах ты, блин. Значит, не могу хранить. Ну ладно, тогда мы еще один склад построим. Так, травма. Так, ягоды собрали, а там мне уже тут нету. Так, значит, ну, друзья, еще построим. Давайте еще один склад построим тогда, по большому счету, вот такой. Сколько здесь места займет он? Ладно. Чтобы там у нас была дорога. Устраиваем сразу мощную дорогу. Опять же, он бесплатный, да? Типа, не требует материалов, да? Хорошо. И, значит, улучшим пока что все. Всю дорогу нашу. Пусть люди работают. Будет красиво, мощная дорога. Будет, они будут передвигаться гораздо быстрее. Так, это не стоит пока что никаких ресурсов, что довольно-таки странно, скажем честно. Ну, на данной стадии это радует. Так, что, почему ты мне не разрешаешь здесь строить ничего? Алло, что за фигня? А, вот уже другое дело. Здесь тоже ставим дорогу. Так, тут уже что у нас здесь? Надо мощную дорогу поставить тоже. Так, мощная дорога есть, здесь мощная дорога есть. И здесь мощную дорогу надо поставить. Хорошо, отлично.
что такое? Подразделил супер. Инфекция 4 человека. Блин, плохо, плохо, плохо. Так, что у нас здесь? Человек уже вылечился. Дальше мы направим его за... Там металл за бетоном. У нас нужен бетон. Нам нужен бетон. Сколько бетона здесь? Неизвестно еще. Идем, направим его там драться. Женщина, ты где? Собирай. А, тут уже больше ничего нет? Хорошо. Так, подожди. Ах ты, блин. Да нету ничего. Не, послаем его домой. Послаем ее сначала за тканью. Ну и потом домой. Главное нам сейчас пережить эпидемию. И не потерять никого. Это будет фиаско, если мы кого-нибудь потеряем. Не, ну конечно фиаско это не будет, но у нас нехватка рабочих. Это довольно-таки печально. Так, пока что здесь два лечатся. Мы пока что еще в плюс. Одно у нас еще основное место есть. Надеюсь, что кто-нибудь заболеет за это время. Нам надо еще пережить два дня. Надеюсь, у нас все получится. Так, три человека здесь. Так, что у нас здесь? Есть дорога вообще? А почему здесь дороги нету, друзья? Да поставьте здесь дорогу тоже. Не поставьте, а сделайте дорогу. Или тут не можно поставить? Нет, тут как-то я не рассчитал, походу, да? Ну да ладно, черт с ним. Не обязательно, значит. Школа. Детей там нету. Так, у нас... А, вот у нас наносит ресурсы. Так, переместить рабочую зону. Вот-вот-вот, кажется, супер бетон будет здесь у нас. Отлично. Пусть люди идут, собирают. Это так, что мы здесь еще сможем построить? Можешь что-то такое маленькое построить? У нас тут пилорама, доля лесничего. Ничего, походу, такого не можем. Аккумуляторную батарейку можем построить, да? Давай, кстати, попробуем. Вот, да, как раз идеальник. Идеалка. Хоть у нас сейчас энергии пока что нету. Ну, это не суть важно. Главное, что у нас есть батарейка. Где мы будем хранить энергию, которую мы не производим. Потом я постараюсь отослать людей. А он здесь еще где-то рядом? Конденсаторы. Нихера у нас здесь рядом нету. Ну ладно. Будем искать. У нас есть еда, у нас есть... Неизвестно, что у нас здесь есть. То есть что-то надо сначала этих вырубить. Тогда узнаем, что у нас там есть. Конденсаторов пока что нету. Ну ладно. Инфекция один человек, да? Довольно-таки неплохо, друзья. Мы пока что справляемся. У нас все хорошо. Ой, тут его... О, тут все пошел лечиться. Супер. Инфекция... ага, хорошо. Колонисты готовы. Только вот мы их отправили. Так... Давай, бей его. Лупи его. Так, нормально, ничего так. Ну, неужели он нам 16 урон нанесет? 11, 16... 11, супер. Это хоть радует. Так, идем за тряпками. Заберем сразу все тряпки. Это отлично. Уже в следующем... сам мы уже дойдем до нашей базы. Это отличненько. Текст, текст, текст. Так, что у нас здесь? Ничего не хранят, не знаю почему. Конденсаторы, это тусовка. Ага, ага, хорошо. Главное, чтобы они лечились. Главное, сейчас они лечились, и мы прожили эту атаку, блин, паразитов. Тут, походу, видишь, крысы бегают, походу, они тут выскакивают, да? Тут, и они заражают наших, блин, колонистов, козлины. А ты, чувак, ты что не идешь лечиться? Алло, иди лечись. Мось-мось-мось-моська. О, к воротам кто-то пришел. Итак, собира... опять собиратель, ну что ж такое? Один ребенок и чё, четверо взрослых. Берем, 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 однозначно берем. У нас есть место. У нас сразу ставим вот сюда. Одного, второго. У нас сейчас полный состав по производству. Ой, на поле. Это отлично. Так, 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 так. У нас сколько? 5 человек, да? О, сейчас у нас дерево пусть не добывается. Это чтобы тоже пусть пока что стоит тихим сапом. Дрова у нас есть, отлично. Инструменты у нас тоже есть. Сюда можем поставить одну женщину, еще одного чувачка помочь ей. Так. Это неплохо. Он довольно-таки хорошо справляется, друзья. Очень все хорошо пока что получается у нас. Мы прожили 18 дней без потерь. Тут говорится, да? Все хорошо пока что у нас. Так, что-то принес. О, наконец-то ткань принес. Так, это построили. Вместимость 2000, прочность, ну ясно, у нас пока что еще нет никого, ничего не сохранилось. Но видите, у нас запас на хранение 0. Ага, наши чувачки готовы. Идем домой. Ты у нас лупишь его, да? Надеюсь, только один за очков у нас снимут.
Блин. Так, женщина, сколько у тебя очков? 6. Металл. Ладно, берем, идем за металлом, соберем то, что у нас здесь есть рядом. Так, все, да, у нас больше нету ходов, да? Все хорошо, ясно. Так, женщина, ты нас скинула свои... Да, она скинула тряпки. Значит, не пофиксили эту тему. Вот, отлично, мы прожили, друзья, эту эпидемию. Это вообще супер. Это можем опять же закрыть. Сюда мы можем одного человечка только поставить, да? Все супер. Пусть один лечится. Так что, друзья, на сегодня мы закончим. Так, видите, у нас все хорошо, очень отлично все идет. Все суперски. Так что, друзья, вам большое спасибо за вашу подписочку, за ваш лайкосик. Не забудьте нажать колокольчик, чтобы получать уведомления о следующих видосиках. Будем мы сейчас более часто заливать их, так что никуда не пропадайте. Так и я не пропаду, и вас желательно мне видеть будет гораздо приятнее, конечно. Вот, так что большое вам спасибо, друзья. На сегодня мы заканчиваем, и уже все эти видосики уже будем продолжать уже завтра, как говорится. Большое вам спасибо, друзья, и всего доброго, друзья. Пока-пока.